Элина Быстрицкая, знаменитая советская российская актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР, лауреат премии правительства России, родилась в 1928 году в Киеве. Во время войны она с семьей находилась в эвакуации в Астрахани, где училась на курсах медсестер. И с 13 лет работала санитаркой во фронтовом передвижном эвакогоспитале. Сначала в Актюбинске, потом в Сталина и Одессе. В 1948 году она поступила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карова. С 56 по 58 год она уже актриса Московского драмтеатра, а с 58 по 2012 она в труппе Малого театра Москвы. Кино начало сниматься в 50-е годы. В фильме «Мирные дни», «Неоконченная повесть», «Добровольцы», «Все остается людям». Большую известность ей принесла роль Аксиньи в фильме «Тихий дон». За свою большую творческую жизнь она была награждена множеством орденов и медалей. В сердцах зрителей она навсегда остается великой актрисой.